Дед Мороз и Снегурочка пришли поздравить самых маленьких воспитанников детско-юношеской спортивной школы с наступающим Новым годом. Малышей ждала обширная развлекательная программа, песни, танцы, загадки, спортивные состязания, хороводы под веселую музыку. Ну и, конечно, какой праздник без подарков? Дед Мороз вручил всем детям сладости. Очень хорошо, веселый утренник. Очень понравился. Дети довольные, радостные. Прекрасный, замечательный. Весело, хорошо. Дети очень довольны. Обстановка хорошая, дети все веселые. Большое спасибо организаторам праздника. Преподаватели спортивной школы уверены, что внимание и забота помогут ребятам зарядиться праздничным настроением.